Разнообразие народов России сопоставимо с разнообразием климатических зон. Например, в Якутии очень суровые зимы, и чтобы с ними справиться, нужно быть закаленным и трудолюбивым. Вот как на якутском будет слово «труд». Юля. А это значит «лентяй». Сюрягасу. Про лентяев в Якутии говорят так. Сюрягасу. Что переводится «у лентяя 100 отговорок». Но отдыхать в Якутии тоже умеют. Так переводится слово «выходной». Рябиль. А это праздник. Рябай. И отдых. Россия. Россия – наша родина. На разных языках об одном и том же.